удивительные особенности при доле грузинского боевого искусства. Особенно мне было интересно видеть, как пастух с палкой пастушечи борется с вооруженным саблей человеком. Ну, а еще одна особенность, которая мне показалась своеобразно, ну, показывающая, что ли, уважение человека к человеку, ну, некое проявление достоинства, когда борцы борются только одной рукой, не двумя, пытаясь там захватить туловище, а именно одной рукой. В этом есть некая такая, может быть, грузинское проявление грузинского характера. Сейчас заканчивается последняя репетиция. В центре Кутаиси на площади царя Давида уже установлена эта сцена. Ну и буквально через полтора-два часа здесь начнется грандиозный концерт. Это была группа «Зумбы», которая репетировала сейчас свое выступление. А там в толпе я уже вижу музыкантов и Нино Катамадзе, и приехал не я для саммита, так что все кутаисцы уже ждут, когда начнется грандиозный концерт. Привет, Кихия. Привет. Как дорогая? Нормально. Зачем приехала? Я приехала, чтобы поделиться с любовью. С людьми, которые очень-очень-очень скучают. На самом деле, я очень рада, что здесь. Да, очень рада. В Грузии не хватало праздников? Не, к сожалению, меня не хватало в Грузии, а в Грузии хватает праздников. Ты слишком часто ездишь. Ну да, но мне считается еще, что радует. Как добрые старые времена, в смысле, с моими музыкантами. То есть я опять с Сумбой, с Нязом вместе выступаю. Это меня радует. Было бы скучнее, если я выступала как бы сольным карьером. Что-то новое сегодня будет? Ну, думаю, что да. Из нового диска? Ну, думаю, что да. Саймон Эстадиджи. Я очень рад тебя видеть. Я тебя очень рада. Прости меня, я не могу. Все, все, ладно. Потом. Ты куда едешь потом? Я сейчас до Саучеки, и потом не знаю. Хорошо. Ну вот, мы поговорили с Нино Катамадзе, она ушла репетировать, а концерт потихоньку начался. Это уже выступает Зумба со своей группой, исполнитель одних из самых популярных песен в Грузии. Ну, концерт начинается, и, наверное, он продлится часа 3-4. Постепенно будет темнеть, и сюда собирается уже очень много народа. Несмотря на то, что начался. Итак, мы видели сегодня
программа «Грузия» с Олегом Панфиловым. До встречи на следующей неделе.